Всем салют, с вами Эгуд. Ну что, как известно, Marvel Studios сотрудничает с Hyundai, и порой они совместно выпускают рекламные ролики. Фильм «Человек-паук. Нет пути домой» не стал исключением, и эта промо называется «Единственный путь домой». Давайте посмотрим. Итак, Питер Паркер прячется от всех в мотеле Карла. По телеку мы слышим новости от Джемисона. Человек-паук ака Питер Паркер преступник. Вот почему он прячется. Пора очистить мое имя. Далее паучок сразу одевается. Костюмчик, маска, все дела. Выходит на улицу и в геройской манере запускает паутину. И вот тена. Полететь-то никак без небоскребов. Да ладно. И что еще делать, как не спеть любимую песенку? Человек-паук, Человек-паук, на миле ли он? Да, это так. Он запускает вебку в чучело, которая является отсылкой к Мистерио. Наверное, ему очень удобно ходить в маске по трассе. Или же просто нравится. Так вот, сзади к нему подъезжает некто на новеньком Hyundai Ioniq 5. Конечно, это старина Нед. Нед! Привет, чувак! Как ты нашел меня? Мое чутье Неда. Ну и к тому же... Время встретить свою судьбу. Что? Я не знаю, просто захотела сказать что-то по-настоящему крутое. Итак, что мы будем делать все эти 300 миль? Я вижу что-то красное. Меня? Черт, не вышло. 177А Bleecker Street. И кто там живет? Увидишь. Вот такая реклама авто. Да и фильма тоже. Было сказано, что машина может проехать 300 миль на одной зарядке, и увидеть Hyundai Ioniq 5 можно будет в фильме «Человек-паук. Нет пути домой». Такое чувство, что эта машина один из персонажей фильма. Хотя она там действительно будет. Ну что ж, креативно. Номер на авто ASM, что означает Amazing Spider-Man. А к чему цифры 536, понятия не имею. Вот так. Всем спасибо. Всем пока.